Сообщение об угоне автомашины на пульт дежурного центра оперативного управления поступило накануне вечером с бульвара Кунаева. Здесь неизвестные лица похитили автомобиль Volkswagen Golf. По горящим следам угнанную автомашину полицейские обнаружили на пересечении улиц Капал Батыра и Жолдыбаева Маглыбаева. Автомашина «Гольф-2» была угнана от 42-го дома, расположенного по улице Кунаева. Мы объявили план перехвата и вскоре обнаружили автомобиль. Преступники автомашину кинули, сейчас мы ведем поиск лиц, управлявших автомобилем. В ходе рейдовых мероприятий сотрудники дорожно-патрульной полиции остановили автомашину «Нива». При проверке документы на автомобиль оказались в порядке, но вопросы у полицейских вызвали личные документы водителя. Как оказалось, он являлся гражданином другой страны, и срок пребывания его в республике оказался просроченным. Сотрудники СОЗАГского РОВД посредством камер видеонаблюдения обнаружили водителя автомашины Mercedes-Benz, грубо нарушившего правила дорожного движения. Он припарковал свой автомобиль в запрещенном для остановки месте. По факту нарушения, зарегистрированного Центром оперативного управления, на водителя был составлен протокол административного нарушения. По факту зарегистрированного Центром оперативного управления на водителя был составлен протокол административного нарушения. Утро на месте.